В июне 2015 года в столице Чувашии пройдет 6-й командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Времени осталось не так уж много. Обсудить рабочие моменты собрались на совещании в Доме правительства. Реконструкция и строительство спортивных сооружений, благоустройство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и масштабная информационная работа. На все осталось совсем немного времени – 156 дней. Михаил Бутов обозначил несколько первоочередных задач, которые необходимо решить местному оргкомитету. Главный вопрос, о котором бы хотелось сегодня поговорить, и он действительно остается во главе угла всех наших переговоров с европейцами – это вопрос логистики, вопрос доставки команд. И прежде всего, конечно, это вопрос доставки команд из Франкфурта в Чебоксары и из стран из Украины и Белоруссии в Чебоксары. Именно немецкий город станет пересадочным пунктом для 9 команд. Чувашия должна принять 4 чартерных рейса с 670 спортсменами на борту. Принять и максимально быстро доставить команды в гостиницу – задача города. Участники совещания также обсудили вопросы, связанные с доставкой багажа, и проработали проект организации внутреннего обслуживания команд. Юлия Важенина, Расиль Мухаметов, Республика.